Спасибо тебе, Отец. Благословено имя Твое. Если кто-то по привычке или кто-то, может быть, традиционно встречает этот момент, это время на коленях, пожалуйста, можете встать на колени. Будьте свободны. Если вам хорошо стоять на ногах, пожалуйста, оставайтесь на ногах. Отец, мы воздаем Тебе славу. Мы отдаем Тебе всю честь. Мы отдаем Тебе всю благодарность. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо за прожитый год. Спасибо за все милости, за все благости, за всю Твою любовь, изобилие, Господь, в нашей жизни. Спасибо, Отец. Спасибо за многих людей, которых Ты поднял через это служение. Господь, за тех, которые стали с Тобой, Боже, настолько близко. Люди, которые познали Тебя лично. Люди, которые знают Твой голос. Спасибо Тебе, Иешуа. Спасибо, что Ты поднимаешь поклонников. Спасибо, что есть сегодня на этом месте, Господь, люди, которые жаждут Тебя, которые ищут лица Твоего, Бог наш. Поднимай еще многих, многих, Господь, которые сегодня ищут тот путь, на котором, Господь Божий, так много, Господь, благодати, так много благости и милости, Господь, так много Тебя, Отец. Я прошу Тебя, пусть Твоя слава сойдет, Господь, прямо сейчас, и пусть Твоя слава сопровождает нас во все дни жизни, как некогда Ты вел своих сыновей, Господь, в облаке славы. Поведи нас в этот год, Господь, дай нам сокрыться в Тебе, укрыться в Твоих ризах, в Твоей славе, Отец, в Твоем помазании, в Твоей благодати, Отец. Пронеси нас на руках Своих, Господь. Мы не знаем, что предстоит нам пройти, но мы просим Тебя, пусть эта великая сила благодати, Твоей любви, Твоей милости будет на нас. Я благословляю семьи наши, я благословляю, Господь, общину нашу, я благословляю именем Иешуа город наш, я благословляю страну нашу, в которой мы живем, правительство нашей страны, Господь. Мы благословляем, Отец, мы благословляем все то, что вокруг нас. Господи, этот народ благослови. Отец, мы не знаем как, но возврати его, Боже, в то величие, Боже, в то состояние, в котором находились многие поколения, Господь, когда искали Тебя, когда служили Тебе, когда славили имя Твое. Господь, эта страна, она была настолько великой, Господь, в присутствии Твоем и в благословении Твоем. Отец, все замыслы дьявола, пусть они будут обнаружены в этом году. Господь, все коварные замыслы лукавого, пусть они будут обезврежены, Господь. Пусть будет разрушена вся власть дьявола в этом городе, в этой стране, в которой мы живем. Отец, пусть придет, Господь, Боже, помазание для того, чтобы Твоя сильная армия поднялась, Господь, на разрушение демонических сил, на разрушение демонических твердынь. Отец, подними сильных, помазанных людей,